Всем привет, с вами лидер Хайтек, у нас новое поступление акустической системы DanceBob 200 под артиклом 20.07, компания Eltronic. Это новая модель. Сейчас пробежимся по функциям, характеристикам. Потом посмотрим, соответствует ли написанное на коробке содержимое внутри. Послушаем эту акустическую систему. Выключим свет, оценим подсветку без света. Включим лазеры, посмотрим, как это все работает в комплексе. Хочу напомнить, что для подписчиков канала Лидер Хайтек действуют дополнительные скидки на продукцию от компании Eltronic. Также подарки лично от нас. Вот она, наша долгожданная акустика. В такой прекрасной упаковке. Давайте быстро пробежимся по функциям. Поддержка FM-радио, TF-USB-карт. AUX, лайн-выходы, также имеет два беспроводных микрофона, приоритет микрофона, активная дисковая подсветка. По характеристикам, имеет она два 8-дюймовых динамика, функцию записи, функцию ТВС. Это мы с вами все далее протестируем. Так, время ее распаковать. Вот наш DanceBox 200. Очень прекрасная колонка. Сверху у нее идет вот такая вот ручка удобная. Сзади также имеется выдвижная ручка. Очень удобно. Также у нее имеются колесики. Можно наклонить и легко перевести в удобное вам место. С этим справится даже ребенок. Пульт управления, как вы уже заметили, находится полностью сзади. Здесь у нас громкость самой колонки, тембр бас, эхо-микрофон, громкость микрофона, громкость гитары. Дополнительно можно подключить гитару и один проводной микрофон. Функция приоритета микрофона также имеется. Включается колонка очень просто, простым нажатием. Здесь имеется вот такой вот LED-экран. Здесь кнопка подсветки. Очень огромный плюс этой колонки, то, что у нее есть зарядка 12 вольт. Очень удобно брать с собой на природу, можно зарядить это обычного аккумулятора от машины. Вот здесь находится AUX-выход. Здесь зарядка 220 вольт. Также имеется вот такая FM-антенна. Очень хорошая, кто любит радио или просто нет возможности подключить флешку или через Bluetooth. Тут все по стандарту, play, pause, функции, next. Здесь у нас USB, TF, SD-карты. Давайте перейдем к комплектации. В комплекте у нее два беспроводных радиомикрофона вот такие. Один оранжевый, другой синенький. Кабель AUX, провод зарядки 220. Также автомобильные крабики. Все идет в комплекте. Инструкция полностью на русском языке. Со всеми подробными иллюстрациями. Здесь все расписано, каждая клавиша. Функции панели управления. Также идет вот такой вот пульт дистанционного управления. Давайте ее включим, послушаем, оценим подсветку, само звучание, проверим радиомикрофоны, соединим с помощью ТВС, устроим стереопару. Колонку мы с вами включили, одевайте свои стереонаушники, делайте звук погромче. Сейчас мы включим музыку, проверим два радиомикрофона, проверим приоритет микрофона. Немножечко включим лазеры, послушаем из них стереопару, вы сами все оцените, пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, ставьте лайки. Так, мы подключились с помощью Bluetooth, колонка я управляю с помощью пульта дистанционного управления. Давайте прибавим. Приоритет работает. Тоже работает отлично. I'm
Делайте звук погромче, мы сделали из них стереопару с помощью функции ТВС. Погнали! Управление идет сразу на обе колонки с помощью пульта дистанционного управления. Так, давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами познакомились с DanceBox 200. Имеет она 2 8-дюймовых динамика. Отличная ценовая категория. Хочу напомнить, что подписчикам нашего канала будут дополнительные скидки и подарки лично от нас. Не забывайте поставить лайк под видео. С вами был Лидер Хай-Тек. Пока-пока.